Приветствую всех на своем канале «Доход без забот». С вами Брис Киндер, Борис Маркелов. Кому как удобно. И я продолжаю рассказывать о проектах, в которых я зарабатываю. Есть много направлений, которые мне приносят деньги. Где-то я деньги инвестирую и сберегаю, приумножаю, где-то я активно действую. Об этом, обо всем вы сможете найти информацию у меня на канале. Но я вам сегодня хочу рассказать об одном из сайтов, с которым я уже вместе мы работаем. Мне предложили участвовать, и я не отказался. Я всегда за любой кипиш, кроме голодовки, как у меня один знакомый не скажет. Это сайт на криптовалюте, Tron, так популярный везде. Что же здесь можно сделать? Здесь можно инвестировать деньги и получить с этого процента. Кстати, я уже получил первую выплату, и об этом я записывал видео. Сайта еще не было, работали вручную, в рукопашную. Ну, и мы практики, и мы должны были проверить весь функционал смарт-контракта, работает или нет. То есть работает, 100% работает, потому что у меня вот здесь вот отработал мой депозит 100 трон и сделался реинвест. Один реинвест у меня уже был, а реинвестов здесь может быть 10 штук. Чтобы узнать маркетинг, вы нажимаете сюда и читаем. MLM POS, инвестиции, смарт-контракт с последовательными выплатами за счет новых вкладов и дохода со совместного стейкинга. Да, именно здесь деньги идут с совместного стейкинга, есть общий пул, по которому деньги распределяются, и этот общий пул можно посмотреть вообще как здесь, чего, куда. Даже если не будет вкладчиков, в любом случае на пуле будут деньги появляться, вот эти монетки Tron, и они будут закрывать все последующие позиции, которые здесь стоят. Позиций здесь не так много, только 83 человека, но здесь собрались именно те тестировщики, те, кто зашли на тест этого смарт-контракта, и уже вот 10 человек, текущий депозит 10, стоит на очереди. Потихонечку набираем обороты, это из-за того, что сайта не было. Сделали мы для вас, ребят, сайт. Здесь еще раз я вам прочитаю. Внесенный депозит распределяется таким образом: 50% идет в кошелек стейкинга, 10% комиссия администрации, 30% на реферальные выплаты, 10% на выплаты дивидендов. Количество депозитов не ограничено. Минимальный депозит 1 трон, максимальный депозит 1 миллион тронов. Как работает стейкинг, здесь написано, где деньги лежат, на каком пуле, здесь все можете прочитать. Реферальная программа, она удобна как для тех, кто желает приглашать, и для тех, кто не желает приглашать. Вот размер отчислений: с первого уровня 10%, с второго уровня 5%. А с третьего уровня 3%, 2%, 2%, ну вот эти все деньги распределены, вот эти все 30% они распределены. Чем больше у вас уровней, чем больше у вас приглашенных и приглашенных, тем, как говорится, вы все в шоколаде и вы все с тронами. Дивиденды начисляются в размере 400% и на каждый сделанный депозит реинвест. Не нужно здесь пугаться ничего, распределение дивидендов 300% на выплату инвестору, то есть 300% я уже получал, и 100% на реинвест. То есть, когда ваш депозит отработал, вы можете 300% вывести к себе на кошелек, на кнопочку нажали, вывели, и все у вас замечательно, все у вас хорошо. И 100%, например, 100% на реинвест. Например, я вложил 100 трон, и вы все прекрасно видите вот здесь, вот, что мои 100 трон, они пошли обратно на повторное движение. И так не то, что до бесконечности, так 10 раз. 10 раз. 11-я отработка, все, ваши деньги уже не вернутся. Но в любом случае, даже если посчитать 10 раз по 300,
3000 трон. 3000 трон, один раз вложили соточку. Дело ваше, дело хозяйское. Что нужно сделать? Обязательно нужно иметь вот такой вот кошелек, который называется Tron Link. Вот такой вот Tron Link. Но где вы его можете найти? При переходе вот по этой ссылке, если вы кого-то там будете приглашать, либо переходить по этой ссылке, вас вот перебросит на данный сайт, и у вас такая ссылочка будет. Где это все найти? Вот здесь вот, если у вас коннекта нету с Tron Link, здесь будет такая инструкция, что где скачать, где что установить, вот на Android системы, на iOS системы, для браузера Chrome. Ну, люблю я с компьютера работать, мне так удобней. Можете всю эту инструкцию прочитать, пополните Tron кошелек криптовалюты на сумму не менее 300 трон. Но это рекомендация, опять же, это рекомендация именно от разработчиков, и этой рекомендации, в принципе, можно придерживаться, можно не придерживаться. Ну, точно знаю, что когда я заходил на 100 трон, когда я проверял эту всю систему, я заводил 100 трон. И 100 трон у меня лежало на кошельке Tron Link. С учетом того, что первоначально на комиссию рассчитывалось, что около 100 трон снимется, поэтому 200 трон я пополнил свой кошелек. На 200 трон я пополняю свой кошелек. И что у меня дальше выходит? Что у меня 100 трон идут на инвестиции, а 10 трон у меня ушло на комиссию. Но могло уйти и 20, и 30, и 100 трон. То есть здесь вот как система посчитает нужным, это нужно первоначально для активации. Еще раз повторяю, что здесь можно приглашать, можно не приглашать, хотите денег, хотите не приглашать, ссылка под этим видео, заходите, регистрируйтесь, активируйтесь, и вместе будем зарабатывать. Ну, либо не захотите, не активируйтесь, и не будем вместе зарабатывать. Вот с Телеграма все сообщение мне сыпется. Вот такая вот система. Сколько можно с одного кошелька, уже еще раз повторяю, что с одного кошелька вы можете, сколько вам нужно транзакций, столько и сделайте. Смотрите, у меня подключено два кошелька. С этого кошелька я заходил на 100 трон, но у меня есть еще второй кошелек. Со второго кошелька я заходил на 400 трон. Мне сказали, что нужно обновить страничку, нажать на F5, потому что неправильные там какие-то данные, пока допиливается сайт. Сайт вот только-только запустился. Можно сказать, сейчас подождем, пока у нас все прогрузится. Вся обработка данных идет с блокчейна. Сейчас мы подождем, пока у нас эта вся прогрузка пройдет. Ну, пока у нас прогружается сам сайтик, сайтик еще дорабатывается. Вот вы можете видеть вот эту транзакцию в 400 трон, что я делал. Вот она была у меня сделана давным-давно. То, что я говорю, что 4 месяца я с ними. Я ее делал 1 февраля 2021 года, 400 трон. Я отправлял именно на этот смарт-контракт, который вот он у меня прогрузился. Все у меня как положено. По чуть-чуть здесь прогружается. Здесь не было еще ни одного реинвеста. Но в любом случае вы можете подсчитать, сколько это будет. 400 трон я завел. 400 трон я завел. И у меня получается выплата 1600 трон. И с этих 1600 трон 400 трон пойдут опять на общий счет. И из них 50% пойдет на стейкинг. Остальное распределится согласно маркетингу. Все как положено, все у нас хорошо. Именно эту ссылку я не прокачивал. А именно по ссылке первого кошелька у меня люди заходили, и я делал, вот сейчас зайду в кошелек, я здесь делал выводы на тех
реферальных. Вот я сегодня буквально 13.57 выводил 30 трон. 30 трон – это мои реферальные. Это когда у меня человек заходил на 300 трон, ну, я с него тридцатничек, 30 трон получил. Поэтому, если у вас остались вопросы, то под этим видео вы найдете адрес сайта, адрес чата в Telegram. Заходите туда, администраторы вам все ответят популярно. Если у вас вопросов нет, ссылочку на активацию вашего счета я оставляю под этим видео. Ссылочка будет вот такая. И ждем вас в нашей дружной команде. Кстати, приглашайте абсолютно всех и каждого. Здесь заработает даже ленивый. Лишь бы у него был трон-кошелек и на этом троне были денежки. Вот эти монетки и трон. На этом заканчиваю. Всем огромный привет. И еще раз покажу, где найти маркетинг. Вот здесь вот у нас находится маркетинг, а здесь у вас будет находиться инструкция, как подключиться и начать. Все.